Ну иди сюда, кто уже начал линять, покажи. Дай вытащу. Да, вот. Что за утренний брагос? А? Что? Что такое? Я подошла. И сразу тяп сзади. Я тебя тоже так могу тяпнуть. Вот, пожалуйста. Начинаем общение. Тут ты прыгать умеешь, смотри-ка. Я думал, что ты уже не способна на это. Пружинка? Ждешь, пока нападу? Как бодро прыгаешь. Аля. А это все знаешь почему? Потому что ты на диете. Вот что животворящая диета делает. Кашу не любишь? Кашу пока не ешь? Ой-ой-ой. Все. Собаки напугали. Иди, рука хочет драться. Кто напугал рыжую? Ты ее так и гоняешь. Если что, гавкаешь. Она пугается. О! Пока собак нету, надо погрызть кость. Кость большая. Унести не получается, но кусок отгрызть можно. Вот что диета делает. Приходится идти на такие жертвы. Просто Алиса и гигантская кость. Играть-то будем? Нет. Какая тут игра? Тут собаки освободили кость. Молодец. Да. А где белый? Белый! Ой, утро только начинается. Деловые? Будь здоров. Да. Ты меня что прикусываешь? А, вот и белый. Яростный загон белого. Что, опять? Опять сарай? Что же там ждет? Иди сюда. Алиса. Нет. Как вы видите, вечер, и коза Ивановна пришла, конечно, поиграть со мной. Это же куда деваться-то? Днем-то как играть, если днем она спит, а ночью это надо играть. Что такое? Вот. О, в меня врезался майский жук. А это что? Такая пушистая барыня. А я помню, когда ты укала щенком маленьким. Да, в туалете сидела. И боялась спать одна. Вот. Называется «Спокойная игра».
Причем я ее не трогал, я ее не звал, ничего. Это она сама пришла, залезла на стол рядом со мной по спинке лавки и села на мою руку. Говорит, все, давай. Игра началась. На самом деле она не играть хочет. Она хочет, чтобы ее почесали. Там, здесь штаны почесали. А так. Да даже не... Она не кусается, это так. Надо, чтобы я не видел, что она там с рукой делает. Там на заднем плане Макс. Алиса, разгадай загадку. Чья пятая точка занимает 35% экрана? Вот. Да-да-да. Я думаю, если ты в этом году в такой шубе и не собираешься ее скидывать, может, подстрижемся? А? Что ты думаешь по этому поводу? Я знаю, есть такие машинки для животных. Можно подстричься. Будешь такая красотка, побритая на лето. Что ты думаешь по поводу этого? Попробуем? То есть у нас неспешный разговор. Спать пойдешь? Нет. Спать она не пойдет. Как меняется настроение у Алисы. Сама упирается в руку. Вот интересно, кто что напишет, почему Алиса так не играет с собаками? Почему она только со мной так играет? Вот я видел других лис, они играют так с собаками. Они с ними подходят, а это устраивает собакам истерику. Собаки не знают, что с ней делать, и убегают. Либо, как Макс, стоят как вкопанные, такие, что это такое? Что это за... Что надо делать-то сейчас? Куда идем? На солнышко? О. Ну давай, пройдемся. Называется пройтись по дороге лисы и собак. Еще этих тропинок нету, потому что их никто не делал. Это исключительно они появились, потому что по ним бегают звери. А, ты меня ждала? Ну да. А? Та-да! Пойдем, пока она пьет. Вот новый претендент на кость появился. Твое? Такой переходящий приз. Ой. Все.
Алиса закончила общение, сбился. Иногда слова не выговариваются. Ну что, показывай, что у тебя тут еще есть. А, вот это любимое место. Тут Алиса часто валяется. Не знаю, чем она ее привлекает.